Сегодня у нас 8 марта 2015 года. Мы в воскресенье выехали в Крестовоздвиженскую общину города Барнаула на Благовестие. Вот сейчас у нас сестры набирают Евангелие. Нормально. То есть никак. У вас Евангелие есть? Подарите мне. Евангелие подарите. Дай Игорю Евангелие, брат. И он сам возьмет сейчас. Слова Иисуса Христа вечной жизни. Как это поедет бесплатно? Ну, бесплатно. Взяли у меня и читайте. Это какой термин? Православный или какой? Православный. Патриархельник. Это православный период. Подождите, есть бабки, есть... Подождите, я знаю, есть эти. Ну давайте. И Еговы. Ну что вы хотите найти так? Берите. Берите, главное читайте. Помоги вам Бог. Да я копаю. Дайте посмотреть. Слова Христа, прочитайте немножко. Чуть-чуть. Да, Святое Евангелие, Священное Писание. От Матфея говорить. Бесплатно. Раз бесплатно, так если можно. Можно? Да, можно. Можно. Очень можно даже. Конкуренцию не составляем. Вам предлагали уже? Да, уже подарили, спасибо. Вам подарили? А камень, это баптисты, а камень поздравления, не знаю, но там нету православных. Там нету православных. Камень преткновения. Ну пусть точно так же, но это не церковь, там священник тот. Есть священник там? Вот там пастор. А в православии не пасторы, а священники. А пасторы это самозванцы. Я вам так скажу. Это самозванцы. Это самозванцы. Это как Дафан, Корея, Вион. Читали числа? Числа. В этом Библии есть такая книга, называется «Числа». Вот там, когда Дафан, Корея, Вион, они себя тоже возомнили пророками-то. И что с ними Бог сделал? Это единственный случай, когда земля разверзлась, и они ушли в ад, в преисподнюю. Со всеми своими валами и козлами, и со всеми своими семействами. Это самозванцы были. Да. Итак, этот камень преткновения, когда они возникли? Скажите. А православные от апостольских времен, от Христа? Помните, ты, Петр, на всем камне я создам церковь мою и врата. Ну, Христос сходил в 90-м году на землю? Скажите, пожалуйста, Христос был на земле в 90-м году? Нет. В 1994 году? Не был. Откуда они взялись? Ну, вот вы задумаетесь, куда вы попали. Знаю, что их переносили в Америку. Ну, понятно, что Америка. Все секты оттуда идут. Из Америки. Вот пока не поздно, вы живете в стране православной. Вообще-то наше государство православное, правда? Вот так вот. Крещение Руси-то было где? У нас наша вера православная и государство православное. Теократическое государство православное. Попомните, вы меня не теряйте, на нашу сторону пойдем. Ага, с Богом. Священнику, расскажите ему, где вы были, как. Слезно кайтесь, сейчас идет пост. У вас есть время, у вас есть такая возможность покаяться. Попаститься хорошо и покаяться. Сходите, признайте себя виновным и священником. Дарью, потому что нам это подарили. Да. Вот тут есть печать. Это если вопросы возникнут, можете позвонить, вам ответить. Хорошо, спасибо.
Богом. Вы знаете, это, как сказать, искать чудес не надо. Не надо чудес искать. Везде и рядом чудеса. Самое большое чудо – это Господь дал веру и дал свое спасение. Вот оно, где чудо. А что кто-то спился, и он стал, еще неизвестно, что с ним дальше будет. Неизвестно что. Хорошо, если он встал. И у нас в православии точно так же. Человек покаялся и пришел в храм, исповедался. И потом, когда признает свою вину, что бывает? Нужно достойный плод покаяния принести. Это больше не возвращаться на свою блевотину, как говорит апостол Петр. Как пес, возвратившийся. Я пошла, извините, а то мне... Идите в церковь. Ладно, вот сейчас молитесь, идите в церковь к священнику и уходите. Идите в православную церковь. Вы не поверите, православно бывает мужчины и женщины. Да. Не поверите, поверьте, я живу в всем мире, который вот состоит из мужчин. Сегодня и женский праздник просто и все. А почему православие? Мы православные 8 марта, я вам это говорю, что мы не отвечаем 8 марта. Подарок, я учитель. Бесплатно, подарок. Вот, это великолепная книга. А Иисус Иван Христе? Иисус Христе. Книга, которая меняет жизнь человека. Нет, она, может быть, и не меняет, но... Меняет однозначно. Но я вам был скажу, грешник, но стал святой. Но помогает. Ну, помогает, от чего помогает? От греха. От греха. Называется, пакость. Да. Вот то, что я почему читаю, если вы можете поверить, а можете не поверить, но я читаю. Ну, я почему же я не верю? Многие читают. Это самое дело в том, возьми, что... Сергей, подай. Да. Евангелие в подарок. Это они... книга из небосилия. Ну, они просто не понимают. Ох ты, сатанист. Да разве же можно так говорить? Нет. Видал, что говорит? Я, говорит, сатанист. Молодежь-то. Распали молодежь-то. КПСС. А вы знаете, что пьянство грех? Нет. Написано, пьяницы Царствия Божия не наследуют. А покайтесь и больше не пейте. А у нас не дурмание мозгов. Но Богу нужны разве мы такие вот? А курево тоже? Да, конечно. Но, а положим... Разве вы не знаете, что вы храм Бога живого, и Дом Божий живет в вас? Кто покарает и храм, того покарает Бог. Обратите. Когда... Кто не покарает, давайте так. Разрушит. Кто разрушит все храм. Вы храм этот разрушаете, храм Божий. Я, например, простите, вас поддерживаю. Бросайте пить и курить. А визитку давал? Ни в коем там случае. Есть? Сразу пьяница, сразу вино. Христос воду в вино превратил. Я... Сразу отговорки. Человек еще поставил чуть-чуть. Да, сам свечи. Почитаю. Сам? Как крупно написано, это хорошо. Вопросы какие-нибудь есть у тебя по Слову Божьему? Нет. Нет? Ну, если будут вопросы, в сайт зайдешь, в форум, хорошо. Там видеофильмы, видеоролики. Можно скачать Библию, и можно слушать. В Ютуб вы зайдете, там вообще интересные фильмы нужны. И вопросы, ответы на это. Ну вопросы, ответы мира всего, люди мира всего. Но отвечает на все Слово Божие. То, что написано в книге. Эта книга называется Библия. Через эту книгу говорит сам Отец Всевышний. Поэтому это последняя инстанция. Его, с Богом же не спорят, правда? Я молочки заботитесь, хорошо, молодец. Спасибо большое. Все, Надежда Васильевна, вы вытурили. Вытурили, да? Но недолго мучилась. Надежда Васильевна, что у вас там случилось-то? Все обеспечили, всех обеспечила. В магазине дорога, да? И только последний, да, все. И только последний. И только нет, у меня охранника там. Наверху мы... Продавец. Наверху. Продавец. Я весь верх там уже обижала, все раздала. И в одной только три успела раздать. А он говорит, у нас же видеокамеры здесь нельзя. Нельзя. Я говорю, ну нельзя, так вы им скажите, я им подарю.
я им подарю. Он говорит, нельзя, выходите. Ну, я побежала. Но зато успела все равно отдать. Я успела всем. Весь второй этаж и весь первый все раздала. Слава Христу. Вы читаете, раздаете? Конечно. Я в церковь хожу. Спасибо вам, Митя. Дай вам Бог здоровья. Радиусь, пошло маркой. Ну, я просто хочу вас поздравить на двух силах. Ну, с воскресенье такое. Как с воскресенье? Воскресенье. Воскресенье Христово считается. А какой там праздник будет в воскресенье? Всегда воскресенье за праздник идет. Потому что в этот день воскресный Иисус Христос. Я знаю. Ну, поэтому этот день, он всегда праздник. Можно один вопрос вам задать, пожалуйста? Такой вот, как сказать по-русски, ну, на жизненную тему. Не поняли? Я поняла, я жду. У меня пятеро детей. Мои дети сейчас отдельно живут, и я осталась одна. И вот сейчас 8 марта, они меня даже не поздравили. И я душевно страдаю. А вы в этот праздник 8 марта и не ждите никогда поздравления. Это не православный праздник. Ну, хотя бы просто, я знаю. Вот с Пасхой, если не поздравили, вы не сказали. Вот надо с Пасхой так взять, не поздравили. Ну, а в этот день даже не ждите. Благодарите Бога. Благодарите Бога. Господи. Да как хорошо, что они меня не поздравили с этим праздником. Он не угодный будет праздник. Я знаю, это да. Тоже женщина. Поэтому вы даже не сокрушайтесь. Не страдайте, радуйтесь, и вы будете смотреть, какой сегодня весна начинается. Солнце светит. Бог дал нам солнце, небо, да. Все. Спасибо вот вам, этому женщина. Радуйтесь. Вот. Дай вам Бог здоровья. А то, что дай Бог дети, здоровья. Дети мы пожинаем. Здесь же. Так, 21.5. Че, нет, нет, ну это есть, ну Библия же, вот она, ты че? Они не должны брить головы свои, подстригать края бороды, сделать... Надрезы на да, своем. То есть это наколка как раз идет речь. Надрезы никаких. Не протыкать. Так? И так что? Ветки за ветки. Правильно? Да, какие молодцы. То есть ветки за ветки нам не нужен, да? Почему не нужен? Так, 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 и что? И что дальше? И что Иисус пришел? И побрился первым делом. Нет, так стоп. И придет и сказал, ребята, сначала брейтесь. Это приоритет ваш будет. Помолились? Почему вы считаете, что приоритетом? Я, допустим, часто не бреюсь. Также у меня есть такая небольшая щетина. Почему мы сейчас будем выдергивать? Нет. Вы хотите, чтобы мы выдергивали с места Писания, вернее, священного Писания, места Писания, да? Нет. И подстраивали это под себя. Это неправильно, я вам скажу. Что правильно? Ну давайте. Правильно. А правильно идите и научите, правильно? Вот мы живем вот по священному писанию. Нет, ну я вот и хочу. Я же сказал, любовь это исполнение закона. У нас нет икон, что вы говорите за иконы. Ну это можно много говорить, правильно? Но вот у нас нет икон. Подожди, нет, во-первых, это первое, не создать себе идола. Почему вы бреетесь? Да, вот мы про бороды вас спросили. Ваш приоритет. А почему вы это считаете приоритетом? Вы, ваш приоритет побриться. Вот, видите, у меня вам... нет приоритета побриться. Это вы так считаете. Вот идет перечень. Ага. Перечень идет. Не ешьте и так далее. И потом раз. 27. Не стригите голову вашей кругом и не порти края бороды твоей. То есть у них борода-то есть. Ранее что там написано? Так, подожди. Вот вы одно место писания выше. Мы говорим по конкретно о вашей бороде. На него ссылаетесь. Да, ну конечно. Местописание. Вы же не исполняете этот закон. Обычно вот остальные так, вы, может быть, и исполняете. Это обычно это так вот. Так, подождите, что давайте начнем тогда с того. Не создай себе идола. Почему изображение Бога? Где? Где написано, где в Библии есть, что нужно молиться на икону? А где, икона что? А где вы узнали, что нужно молиться на икону? Ну, в церкви, что у нас православные? Люди приходят и молятся на икону. Вы просто вы не православный канон-то вообще читали хоть? Вы не, а зачем мне православный канон? Понятно. Есть священное писание. Ну, неизменное. А почему, прежде чем беседовать, понимаете? Мы должны узнавать ваши вопросы, то, что вы делаете, пятидесятники? Мы не пятидесятники, не протестанты.
немного разные движения. Протестантизм, да, совершенно одно и то же. Совершенно разные. Протестантизм вот это даже, общее смотрите, движение. Даже вот сейчас здесь вот вы не знаете, что такое протестантическое движение, что такое протестантское движение. Ну вы говорите языка? Конечно. Ну и чего вы рассказываете? Да, это есть пятидесятники. Пятидесятническое движение, протестантское разное. У нас кто? Мартин Лютер Кинг, правильно? Основатель протестантского движения. Кинг даже еще. Может быть, Кинг это не и... все-таки без Кинга, просто Мартин Лютер. Два человека просто были. Вот вы видите, вы как бы немного, ладно, просто инженер. Что такое? Ну что, что за за выдергивание контекста, я как бы за это знал, что вы выдергиваете из Библии некоторый контекст и его подстраиваете под себя. Правильно? Ну так не делаю. Под себя? Библия, может быть, вы не подстраиваетесь книга. Под Библию? Мы под Библию, мы да. Под это вы сейчас мы не конкретно как бы под одно местописание. На улице. Раньше вы этого и не под... делали. Сделаем, что вот выдернули, вот, вот гляди, так же вот не сейчас ты головы. Заговорил про икону. Да. Да. Но эти... а я ты покажешь мне местописание? Да первое, прочитайте, не сделай себе кумира, не создай себе идола, все. Так, что, все, подожди, стоп. Ну куда ты побежал? Ты что думаешь, что мне сказать? Ну иди сюда. Пусть Бог благословит вас особенным образом. Подожди, давай сюда. Сейчас мы еще будем Библию смотреть. Куда побежали-то? Да. Она не, закрывается. Она не закрывается. Не закрывается. А? Не закрывается. А, не закрывается, да. На, брат, спрячь эту святую книгу. Слава Христу.